Два человека, любители зимней подледной рыбалки, погибли, провалившись в ледяную воду в наступающем сезоне. Первый случай произошел накануне рядом с поселком Старое Победилово. Утонул 70-летний пенсионер. Второй сегодня в Зеленодольском районе. Мужчина ушел под лед на глазах своего товарища. Помочь другу он оказался не в состоянии. Буквально 3 часа назад в Зеленодольском районе на озере провалился рыбак. Второй рыбак попытался его спасти, но, к сожалению, сам тоже провалился, выбрался. Но помощи оказать не получилось.